Тыдзень тому футбольный клуб «Гомель» провел мини-футбольный турнир сярод своих болельщиков. Спаборництвы выкликали серьезный интерес. Жадание удельничать выказали 32 команды. Одна из узнагород для переможцев – матч супрать тренерского штаба. Призовая гульня отбылась на базе клуба у Новобелицы. За ходом этого супрацьстояния сачил Максим Савин. Пераможцам болельшыцкага турніру стала команда под назвай «Працоўныя резервы». Ребята не утоивали, что заўсёды марылі паспрабаваць силу матчы с профессионалами, няхай былыми. А тому тактику на гульню выбрали отповедную. Хотели давно сыграть с тренерами Гомеля, как бы, там, потому что одни профессионалы, как бы, поигравшие люди, с ними будет очень интересно сыграть. Мы будем играть от обороны, дадим тренерам более, пускай атакуют, то мы будем от обороны играть. Працоўным резервам сапраўды супрацьстаяла сур'ёзная команда. У нападенні былыя гульцы Гомеля Сергей Хижняк, Андрей Юсипец и Виктор Барель. Владимир Гольмак и Вячеслав Ляўчук у обороне. У воротах тренер галкіперу Андрей Сверков. Дарэчы, Владимир Гольмак вырашыў отдать право кіравання командой, выступивши только у якости футболиста. Не, ну у нас тактику директор выбирать будет. Сегодня он будет руководить. Правда, тренерская работа не давала про себе забыть. Стоячи ля кромки поля, Владимир Гольмак подказывал партнерам. Сябровская атмосфера не снижала градуса на поле. Футбол был ярким, с множеством небеспечных моментов и забитыми голами. Матч завершился боевой ничьей 2-2. Але выник не головное. У нас этот турнир болельщиков собрало рекордное количество команд. Никогда столько не было, даже пришлось по кубковой системе играть. Вот, то есть это говорит о том, что ну, мы как бы объявили, что болельщики, пожалуйста, приходите играть. И довольно много людей отозвалось. Это говорит о том, что, во-первых, футбол в городе любят, и ну, не всегда, скажем так, профессиональные игроки играют за деньги, а простые любители футбола играют вот, на интерес. Пераможцаў турніру сярод болельщиков чакают и іншыя призы. Заслуженные узнагороды раздадут 30 жнівня подчас матчу Гомеля с жодинским торпедо «Белас». Максим Савин, Евген Макеенко, телерадиокомпания.